Чувствуете? Ну, совершенно были идеи первых веков христианства. Четвертый, шестой. Лествичник, знаменитая лествица, его Иоанн Лествичник. Все это читалось. Добротолюбие. Все читалось и прорабатывалось тщательно. И все я на себе испытывал. То есть я испытал вообще все, что я мог найти в книгах. И, между прочим, все упражнения дают что-нибудь. Поспать на дереве, посадить себя на веревку, например, взять веревку определенной длины, даже очень длинную, чтобы вы могли ходить здесь, и договориться с собой, что вот день ты проводишь на веревке. И вы знаете, что начинает делать психика, какие она начинает выбрасывать фокусы. Неожиданно просто. Железо на себе носить, вот вериги знаменитые. Попробовать на себе носить железо. Обычную цепь, вы знаете, цепь какую-то простую. И это дает совершенно другое ощущение. Это ощущение защищенности, как будто на тебе броня. Хотя, казалось бы, цепь вот так такой вот под одеждой. И я ничего против не имею, хотя, конечно, жизнь утратила свою мобилизующую остроту. Теперь как ты видишь, вот сидим так, закусочка, а так, чтобы вот такого порыва и... Ну, это, может быть, было связано с тем, что кончилась советская власть уже. Мы все-таки, если хочешь, от нее спаслись и ее разрушали так или иначе. Теперь вдруг эта стена упала и все. Какая-то часть... какую роль играет моя дочь инвалид в обществе, играет ли она какую-то роль. То есть для чего это? Это был момент поиска смысла, исходя из того, что все имеет смысл. Вот эти вещи очень... То есть это три части твоей жизни, я бы сказал бы. А другие произведения и смеси того и другого, и приготовления. А ça, je non, je suis pas sensible. Par contre, le droit, ça fonctionne. Oui, le droit fonctionne bien, beaucoup plus. Beaucoup plus. Si, si, il y a des goûts qui persistent. Oui, beaucoup plus. Il y a des goûts qui persistent que l'on retrouve tout à fait. Вдруг происходит что-то удивительное, это солнце, и вы вырываетесь из этой стальной решетки, из этой стальной паутины, и свобода, и бессмертие. Смотрите, какое небо, Николай, наверху над вами. Интересно, ведь небо, наверное, не запрещено снимать.